миром правит любовь. Вот о чем с самого начала хотели сказать дети. Сместить фокус на то, чтобы люди немного расслабились, стали чуть добрее, хотя бы ради вот этих улыбок и глаз. Говорят, когда афиши только появились в городе, билеты расхватали буквально за 2 дня. Этого события город ждал с нетерпением, потому что когда на одной сцене объединяются 3 талантливых коллектива – театр-студия танцев и крутасы, шоу-группа «Доминика» и вокальный коллектив «Голосок», происходит настоящая магия. Номера, и от каждого мурашки по коже. От умиления над самыми маленькими до настоящего нерва от выступления старших ребят. Некоторые номера зрители уже видели и очень ждали. Другие успели поставить с нуля и отточить до идеала буквально за 2 месяца. Например, этот в зажигательном стиле диско, от которого зрители едва не повыскакивали с кресел. Настоящий и даже рабочий двухкассетник так бы и пылился у кого-то на даче, если бы не дебют педагога по уличным танцам Игоря Осташкина. Премьера его номера вызвала у зрителей восторг и уж точно унесла добрую половину зала в молодость. Вот так зажигали раньше на дискотеках. Да и сегодня, как оказалось, этот стиль и эти треки очень зашли современным ребятам. Друг за другом почти 170 звезд на одной сцене, танцоры и вокалисты, та самая фишка концерта и тандем, который невероятно дополняет друг друга. Вообще, очень жаль, что зрители в зале не видят, что в это время творится за кулисами. Вот где совершенно особая атмосфера, когда огромная, дружная, творческая семья подпевает и пританцовывает, поддерживает друг друга. Этого мне и хотелось, признается руководитель театра-студии «Выкрутасы» Ольга Худякова, чтобы все были в одной связке. Маленькие смотрели на старших, а старшие любили младших. Так оно и вышло, и зритель в финале это почувствовал. Некоторые растрогались до слез. Это было просто потрясающе, очень эмоционально, ярко, до слез, правда. Именно завершение самого концерта, когда все детки вышли и действительно, будто ты попал именно в этот коллектив и прочувствовал всю эту атмосферу. Члены жюри всегда вот на всех конкурсах говорят, у вас очень живые дети, у вас дети танцуют с таким удовольствием, у вас дети так верят в то, что они делают, мы прямо вот сами им верим. Вот это вот общая фраза. Мне это вот самое важное. Мне, знаете, мне даже важнее, я и детям это говорю. Конечно, круто, когда там все технично, отработано, синхронно, но когда ребенок счастлив, это намного круче. Вера Андреева, Владимир Покровский. Наши новости.